Всем привет, ребята! Скоро открытие гусика, и в преддверии мы решили выехать на фазанчика. Сколько нас? Человек 30 стрелков. Взяли вот столько фазанчиков. Не знаю сколько. 7 штучек удалось мне добыть. Также вот за спиной, видите, проводим соревнования по стрельбе по тарелочкам. Вот, ну, я отстрелялся плоховато. Вот, но тем не менее. Охота была. Время провели просто замечательно, собаки работали на ура, курица, конечно, ну, фазанчики, выпускные, фермерские, несколько штук вист их просто словил, ну, по остальным немножко постреляли. Приятного просмотра, подписывайтесь на канал, впереди много новых видео с охоты на гусей. Всем привет! Сыт. Все слышат, кто участники будет охоты. Первое правило. Бегущий фазан, кто стреляет по бегущему, сразу. Смотрите, сейчас я все объясню. Ребят, собак много, на самом деле, да? Кто-то первый раз будет охотиться. Не дай бог, кто-нибудь будет отходить с ружьем, направленным на собаку, или еще что-то. Птица взлетает 2 метра и выше, и полетела. То есть собака подошла, встала в стойку, человек подошел, дает команду, да? Птица полетела направо, где стоит стрелок, стреляет. Птица полетела над головой никто не стреляет. Стреляет ведущий. По бегущей, один выстрел, разворачивается человек, идет к машинам. То есть это никто ничего даже повторять не будет. Достаточно будет одного выстрела, либо направление вот это вот, где там эта птица, да? То есть ее будет видно, некоторая будет сидеть до последнего. Что еще? Ну, в принципе, уже самое основное, не спешите делать выстрел. Выстрел должен быть осознан. Птица взлетает, людей много. Самое основное, это люди и собаки. Птица летит низко, бежит собака сзади. Если ведущий знает, а у них опыта есть, да, то есть посмотрите на глаза всех ведущих, они могут стрелять. Если вы не уверены, не собака принесет. Собака принесет. Годы охоты и практики. Поэтому лучше отпустить, мы за ней придем через полчаса, она никуда далеко не денется. Вот. Ну, либо кореш бежит, грубо говоря, да? Догоним. Тут еще в прошлой неделе фазаны, кстати, бегают. Да. О, халявные, дармовые, да? Ну, так огонь. По программе скажу. Значит, сейчас 15 минут 11, охота 3 часа. Начинаем 10:30, правильно? Да, ну у нас немножко сместилось, так как задержались. 10:30 начинаем, значит, 3 часа охотимся. 12:30, 1:30, 1:30. Иди сюда, иди сюда. Все на место. Дальше, по предыдущим охотам уже не первый раз проводим. После обеда будет стрельба по тарелочкам, соревнования. Я так понимаю, это все выжлы пошли, да? А, 3 выжлы и на каждую по 3 человека. Дим, Дим, кто руководитель меня? Кто с собаками, тот руководитель. Человек, а поле хоть покажешь, в каком направлении? Сейчас мы переезжаем, я вам всем покажу направление, куда кто расходится. То есть здесь никто... А то я могу и в лесок лосика какого загнать. Еще один человек сюда может туда, 50 метров, распределитесь. Вот, дальше, кто здесь остается сразу же с собакой?
Оставайтесь вы, Марта рядом. Идем туда дальше. Кто? А, Андрюха, бери с собой три человека. Вот, бери с собой. Пусть подруга. Сама, все, Андрюха, вы идите туда. Ко мне рядом. Идемте. Если на него никто не прыгает, и он не прыгает. И так. Вот такая охота должна быть. Костя, отойди чуть подальше. Ко мне. Даже патрон не потратил. Дай. Ай, умница, молодец. Молодец. Все, нюхай, молодец. Пусть понюхает, это первый фото. Молодец, молодец. Сверни молодец, шею, молодец. Шею сверни, сломать. Чтоб не мучилась. Все, сейчас он знает, что искать. Молодец, ищи. Ищи. Сейчас Иса заживет. Это самка. Рядом. Дай. Молодец. Ищи. Ищи. Называешь? Какая же толстая. Ну так, откормленная. Это стойка называется. Иди сюда. Три метра перед вистом. Сними ее. Приблизь. Видишь? Вон там. Вон. Пиль! Перья влетело. Ну, чуть-чуть промазал, да. Перья влетело. Ну, чуть-чуть промазал, да. Ну, стойте пока тут. Молодец. Апорт. Ну да, я ж ее... Дай. Это тот, по которому я бил. Второй, наверное, этот петух там такой здоровый. Он, наверное, дальше полетел куда-то. Нет. Да, он где-то тут сел.
поздно, далеко уже. Я же говорю, сидят жестко. Дима, снимай. Глазами хоть его найти. Ну, здесь они были, все, я не думаю. Здесь уже, наверное, стреляны. Пиль! Ну, перья-то в ту сторону полетело. Ко мне. Полный рот перьев. Перья слабые вообще. Апорт. Ко мне. Дай. Ай, молодец. Молодец, молодец. Молодец. Видите, какой этих... У фермерских какой перья слабое вообще. Не надо, зачем? Ну вообще. Там болото дальше. Собака порежет лапы. Дай. На, найди свободное. Поищи. Пиль! Сидела. Поищи, поищи, поищи. Поищи, 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 поищи. Или убежала. Поищи. Убежала. Ну, конечно. Ух ты, молодец! Не поднялась. Давай. Ко мне. Можно я ее в руку возьму? Можно мне в руку? Сыт. Сыт. Вист. Сыт. Можно мне в руку? Молодец. Возьми. Бери. Дай. 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 Нельзя. Сумасшей. Не надо. Не надо. Да она уже все, он ей там хрустнул. Тихо. Так что, отпустить? Нет. Да она уже нормально не полетит. Все, она уже голову уже опущена. Костя, бери, бери так петлю. Так все, уже нету. Закончились. Да не может быть. Нихуй, даже нихуй. Да. От всех вот и стрелять. Ну, это... Вист, молодец, ищи. Шустрее, Серега.
Есть. Молодец. Дай. Молодец. Мы стрелять будем вообще или нет? Поищи. Есть. Дима, зайди с той стороны, за Серегой. Он стоит красиво, лапку поднял. Серега, ближе подойди, потому что фазан где-то вот здесь. Ветер оттуда, ты смотри, куда нос увесисто повернут. Сейчас я попробую его, может, глазами найти. А? Не видишь? Пиль! Пиль! Ко мне! Дай. Молодец. Молодец, молодец, молодец. Слева по шее. Прям по голове. Вот, Костик покажи еще. И он еще у Димы. Ну, есть троху. Ой, не могу. Ой. Да это не это. Да это. Да? Да. Измельчить хочешь, Макс? Нет, размешать. Что хотите, да? О, еще черпачок. А то. В одно рыло черпаком и сесть. А что вы стали? Нет, стой. Я только без больших кусков. А? Я без больших кусков. Ты ручь ведь как-то неправильно у вас сформировано с той стороны. Это быстрее. Дмитрий, стреляешь в конце. Что-то там шурпа, плов где-то тут обещал. Идите в конец. Я не понимаю. И без папы? Ксюшка! Ксюш! Тогда лучше себе стреляю, да? Как, Костик? Огонь. Это самая торжественная часть награждения наших участников-победителей. Начнем, наверное, с детей. Сегодня проводились соревнования по сражению с пневматической обмитовкой среди наших молодых участников. Третье место заняла Рудяк Ксения Дмитриевна. О.
вверху, где лучше. Чтоб тебя мне слышно было соседей. Второе место. Хомич Карина Андреевна. Первое место Комар Захар Владимирович. Дальше. Ну, вначале у нас была охота, значит, будем награждать наших охотников. Значит, добыв 9 птиц, третье место занял Хомич Андрей Владимирович. Приз охотник. Фото, фото. Медаль надо вешать. Хорошо. Шапку сними. Шапку сними. Второе место. Рудяк Дмитрий Васильевич. О. 10. Это у нас было третье место охотник, второе место опытный охотник. Первое место король охоты Хатамов Сергей Хусейнович. Какой результат? Сколько? Молодец. А сколько человек скинулись? А этим охотникам нас помогали собаки. Мы определили, что лучше был Вилли, немецкий Курцгар. Вилли, ко мне, опускай. Так, возьми собаку. Вилли, ко мне. Бери. Ко мне, бери. Ко мне. 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 Собака это делала. Собака, да. Третье место Марта Курцфар. Спасибо. Хозяин это понимает, Чак. Хоть какая-то польза, и только ест. Так, все. Так, ну и у нас еще проходили соревнования по охотничьо-стрелковое соревнование. Бери, ко мне. По итогу, ко третье мне, место. Ко мне, бери. Свирский Валентин Вячеславович. Залейте ему еще, пускай он уснет. Второе место. Фадалка Александр Борисович. Встаньте втроем. Еще первое место и туда все вместе. И победитель у нас сегодня Хотянович Дмитрий Владимирович. Этого праздника, еще отдельным дипломом за участие награждается Рудяк Дмитрий Васильевич. Спасибо. Вам всем благодарность тоже, потому что мы обязательно устроим что-нибудь гораздо интереснее, я надеюсь. Да? Ваши помощи, естественно. Ну, мы надеемся, что будем дальше сотрудничать. Я думаю, охота как бы удалась. И просьба еще
что отдельно... у Димы в группе есть какие-то будут на будущее, чтобы учесть пожелания, сбрасывайте ему, он уже нам скажет. Отдельная благодарность у нас Артуру за предоставленные патроны от магазина «Охотник». Расскажите, вот эти втихаря расхватали. Хоть позавидую, стрелять пойдем учиться. В общем, вам тоже отдельное большое спасибо. Спасибо всем. Спасибо за пришел от нас всем участникам памятные призы. То есть каждому по пакету участнику охоты. Что там огласите? Пакетики. Сюрприз. Так вы бы это птичками вручали. Вот, со сроками охоты. Все отмечено, все хорошо. И наша чтобы никто не забывал. Ух ты. Это моя. Что ж балкон? Вот это моя. Отопление было. А что с соседом за полотенцем спрятался? Это уже понял. Подходите все охотники по одному. Значит, берете по пакету и по две птицы подходите. Пакеты есть тоже на птицы. Все, ставьте, пожалуйста, кто-то с этой Все я возьму.